Прямо папа. Концерт был потрясающий. Да, спасибо, что пригласил нас, Дэвид. Конечно, если бы я мог чувствовать радость, я бы сказал, что это было офигенно. Пап, Кайл, Брайан, Джасмин, вы что, тусуетесь? Да, мы были на концерте Парамор. Это идея Дэвида? Во-первых, он не Дэвид, а мистер Рейнольдс. И пап, почему ты не позвал меня? Крис, я не позвал тебя, потому что ты позер. Да, это правда. Чего? Пап, ты знаешь о Парамор, потому что ты украл мой iPod. Неважно, как ты открыл эмо. Главное, насколько ты трушный эмо. Да, может, ты и был эмо, но ты получил работу Кэдди. Ты работаешь при свете дня. Да, и однажды в школе я видела, как ты улыбался. Да это потому, что я мечтал о собственной смерти. Господи! Господи! Если Дэвид говорит, что ты позер, значит, ты определенно позер. Ах так! Сейчас я вам покажу! Господи! Видите? Кто теперь позер? Эмма! Воу! О мой бог! Ты такой хардкорный! Похоже, я одержал победу. Вперед! В мою комнату предаваться поэзии. Пап, я думаю, тебе надо в госпиталь. Господи, вот ты звучишь как позер. Господи! Что-то меня вырубает. Это так по-эмовски. Я за ножом.